В рамках реализации национального проекта «Культура» в столице Заполярья продолжается капитальный ремонт здания на улице Полярной дивизии 1/16. После завершения работ в нем будет располагаться художественная школа. Ремонтные работы пришлось перезапускать. Всему виной недобросовестный подрядчик, которого уже внесли в список неблагожелательных. На сегодняшний день на объекте работает уже третья организация, а предыдущие две не смогли вовремя выполнить установленный объем, что стало одной из причин, по которой были сдвинуты сроки сдачи. Новый исполнитель контракта в активном режиме приступил к работам, их объем внушительный. Перепланировка строения, замена крыши и установка новых систем электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции. Также будет выполнен ремонт фасада и архитектурный подсветка здания с благоустройством прилегающей территории. После завершения реконструкции в художественной школе разместятся классы живописи, скульптуры и художественной керамики, кабинеты истории, искусств, библиотека, а также конференц-зал. Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре этого года. Сейчас выставляются леса для того, чтобы завершить недоделанные объемы работ по фасаду. И дальше перейдут уже к непосредственным работам, связанным с черновым ремонтом и последующим чистовым ремонтом внутренних помещений. Для того, чтобы в декабре этого года объект был сдан в эксплуатацию, передан заказчику. И одновременно в нем смогли бы находиться 200 ребят.